Короче, рассказываю быстро, коротко. Много времени не займу ваше. Долго времени мы ждали, когда же наконец-то откроется восточный выезд. Едем смотреть, как это все открылось. Поехали. Дорога вся ребристая. Конечно, с сочинскими туннелями не сравнить. Но это ли не красота, ребятушки? Едешь так себе, кайфуешь. Дорога широкая. Здесь вот с правой стороны Уфимка. Горнолыжка прям рядом. Ну и все, и заходим в туннель. Погнали. У-ху. Асфальт тут, конечно. В общем, всех поздравляю с открытием. Как-то так. Короче, рассказываю быстро, коротко.